Спасибо всему казахскому народу, всем активистам Казахстана за поддержку, за плечо, за то, что вы поддержали нас. Я вот сижу сейчас в доме у Жаната Жамалиева, горжусь тем, что мы есть, что мы сила, что мы народ, который не забыл свои обычаи. Асар – это великодушие, асар – это взаимопомощь. Наши предки знали, что делали, и мы знаем, что делаем. Благодаря этому мы построили, благодаря асару мы построили дом Дулата. Еще несколько домов. Сейчас мы сидим в доме Жаната Жамалиева. Мы его практически закончили. Осталось чуть-чуть. Да, не хватает денег, но благодаря вам мы это доделали. Слов нет. Спасибо. Каждый из нас должен знать, если мы строим дома, помогаем друг другу, поддерживаем друг друга, значит, мы можем построить свою страну, ту, которую мы видим и знаем, какой она должна быть. Алга, Казахстан. Спасибо вам всем.